Ребята, всем привет, с вами Мангус, продолжаем с вами играть в Дредж, и как я говорил, в этой серии мы с вами пойдем дальше по сюжету. Короче, отчаливаем, время у нас 6 утра, давайте проверим нашу ловушку на крабов, взять все, забираем, это сразу продаем. Кстати, что у нас там с ловушкой, остаток 3 дня, ладно, пусть пока стоит. Мы так с вами не поймали еще одного краба, который тут ловится. Так, это мы тебе все продаем, всю рыбу. Да где у нас там? Так, 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 каюта. Кстати, мы с вами прочитали книжку. А, задел на будущее, да? С 15% шансом, не уменьшая запас рыбы при ловле удочкой. О, это у нас уже 25% того, да? Вот тут у нас... Нет, где у нас? Вот тут 10% и там 15%. 25%. Так, на... секреты мастера рыболова на полке. Давайте ее тоже ставим читать. И по энциклопедии вот у нас звездная бухта. Этого мы с вами нашли. Тут вот этого еще... мутированного не выловили. Тут мутированных надо будет половить. Ну, это, наверное, за кадром, ребята, поплаваю и попытаюсь их всех поймать. Ну, чтобы закрыть уже книжку. Акулы, это, наверное, очень тяжело надо будет их вылавливать, мутированные, потому что их вообще очень мало попадается. Там одна-две акулы всего. Так, вот тут мы с вами в Звездной бухне этого поймали. Голубого краба поймали. А вот этого мы с вами еще не поймали. Ловится у нас на ловушку. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сейчас у нее куплю. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, ловушки нет. Сейчас мы в исследование зайдем. У нас 4 очка есть. Где у нас ловушки? Давайте, наверное, 4 на 4. 5 на 4, да? Вот сюда одну. Забахаем. Вот сюда одну. И вот у нас 5 на 5, да? Вот сюда еще. Есть. Сейчас я у нее это все куплю. Все эти ловушки. Вот. Одну. Мы их сразу все тут закинем. И пусть, короче, стоят. Так, и вот эту вот. Есть, отплываем. Отчаливаем. Так, нам надо наши ловушки выставить. Давайте где-нибудь их... Может, они где-нибудь тут... Вот тут где-нибудь ловятся. Давайте тут их покидаем. Где-нибудь на глубоководье, да? Эти гады, которые нам нужны. Ну и отправляемся с вами. Включим вот эту отпугивающую штуку. И пособираем с вами такие там ресурсы и всякую вот такую вот ерундичку. Надеюсь, ты меня там не ударишь. А? Кракен наш разлюбезный. Так, колечко поймали. Ладно, колечко забираем. Хорошо. Плывем дальше. Надо будет тут еще рыбу редкую какую-то поискать. Это вот не она, случайно? Нет, это не она. Угу. Хорошо. Сейчас мы включим отпугивающую эту ерундисику. Генератор. Да, включаем устройство. Давай, давай, закрывайся уже. Отчаливаем. И поплаваем тут с вами, что-нибудь поищем. Это у нас тут что? А, такую мы рыбу с вами, кстати, не ловили, да? Пучинную. Давайте попробуем. Хотя бы одну. Это у нас что? Пеликановидный большой рот.
О, это то, что надо было этой мадаме. Короче, ставим сюда. Как мы сразу сходу ее поймали. Я думал, придется тут искать. Так, это рыбы нас не интересует. Меня интересуют вот эти вот. То, что можно подоставать драгой. Так, секстант какой-то нашли. Потом... Где тут еще что-нибудь есть? Так, вот тут какие-то запчасти валяются. Давайте быстренько это все вылавливать. Так, хорошо. Рыба, рыба, рыба. Не то, не то, не то. Рыба, это мы потом половим с вами. Во, вот это вот. А это, кажется, по заданию надо, да, нам вытащить? Да. Есть. Вытащили кольцо для коллекционера. Отлично. Давайте попробуем вот этого выловить. Экземпляр какой-нибудь. Редкий. Нет, не везет пока что. Опять не то. Во. Вот теперь мы его поймали. Есть. Этим уже... Полегче, да? Это что у нас за рыба? Кстати, вот таких тоже мутантов надо половить. Нет. Это мы все выкидываем. Во, одного поймали, а их там два должно быть, да, мутирующих вида. Это тоже мы пока что сюда перекидываем. Не-не-не-не, дай нам то, что нужно. Так, давай, 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 давай. Не хочет, да, нам давать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И быстрее текаем отсюда. Гадина. Закончилось это действие. Фух, успели, нет? Успели вроде смыться. Ладно, туда больше мы не поплывем. Тут мы все выловили, то, что нам надо. Нам надо... Короче, к этой рыбачке сплавать. Отвезти это пеликановидного. Кого-то там. Ай, зараза, и сломали еще двигатель. Что-то заползло в ваш трюм. Стоять. Трюм. Блин, зараза. Ладно, надеюсь, успею продать. То рыбу зараженную. Так, разъездной торговец. Насчет тех редких рыб. Не удалось найти пеликановидного большерота. А, и так ей просто надо было рассказать, что ли? Здорово, я обязательно добавлю информацию в свои записи. Вот, возьми, тебе пригодится. Так, в трюм. В трюм, хорошо. А что насчет других рыб? Насчет других пока что у меня информации нету. Мне пора. Давай тебе продаем вот эту всю дрянь. Черт, она бы, наверное, стоила, если бы не зараженная была, бешеных денег бы, да? Ладно, продаем. Так, это в трюм. Это пока что тоже в трюм. Трюм, в трюм. И все, вроде у нас ничего и нету, да? А тут рыбу какую-то. Или мы ее продали с вами? Ладно, нам надо, короче, починиться. Ремонтируемся. Наверное, мы с вами сейчас отдохнем и отправимся с вами в штормовые скалы. Мне ребята подсказали, там один секретик, куда я бы хотел сплавать. Ну и надо будет там также половить рыбок, которых мы с вами еще не ловили. Короче, спим тогда до рассвета. Отчаливаем отсюда и отправляемся в штормовые скалы. Плывем, короче, без остановки.
Ну, в общем, вот этих рыб, которые там, которые редкие или какие такая, это что такое? Так, а тут у нас что? Доски и доски. Металла тут, короче, вообще нету на этих островах. Это плохо, очень даже, я бы сказал. Так, плывем, короче, в штормовые скалы. Можно, кстати, поставить бинокль и посмотреть, где мы с вами что не ловили. Так, там метку надо будет убрать, мы там с вами все выполнили. Тут у нас что? Тут мы всех ловили рыб. Это у нас луциан. Мы его ловили. Просто смотреть, где мы кого не ловили. О, вот тут что-то есть. Интересненькое. Ага, вот это нам штука нужна. Нам для исследований там их еще их много надо. Чтобы все пооткрывать. Так, есть. Смотрим в бинокль, где мы там с вами что еще. Может, какие-нибудь новые виды рыб найдем. Тунец мы с вами видели. Луциана видели. Поплывем, значит, дальше. Так, там у нас что? Скумбрия. Тигровая. Мы с вами ее уже ловили. Тигровая скумбрия. Чернороты лосось. Клювач. О, а вот эту вот мы с вами еще не ловили. Океанскую штуку. Давайте сплаваем. Попробуем ее поймать. Вот она. У нас вот тут вот водится. Да? Да. Давайте смотрим, что это у нас за рыба. Осетр. Кстати, а не осетра ли нам надо с вами позакидывать в алтарь? Только надо вспомнить, где я его видел, этот алтарь. Так, сюда ее. Где-то ж алтарь мы с вами видели. Короче, надо побольше ее сейчас наловить. Да, она, мне кажется, вот как раз таки она нам туда и нужна. Так, только давайте прикинем по карте. Так, вот это можно убрать уже метку. Нет. А как мне поставить метку? А, убрать метку. И вот эту надо убрать метку. Все. Пу-пу-пум. Как ее убрать? А, вот. Где-то. А, вот тут мы с вами видели, да? Кажется. Алтарь этот. Или вот тут. Давайте, наверное, сплаваем. Короче. Вот эти три острова какие-то. Где-то тут должен быть алтарь. Вот, например, первый остров. Так. Включаем эту. Форсаж. Где-то был алтарь. Я точно помню. Так, по карте. Так, тут точно не, да? Тут, кстати, что за рыба? А там, наверное, луциан этот плавает. А, нет, это тигровая скумбрия. Я ее уже почти всю рыбу на вид вижу. А, это наш фотограф тут. Не, значит... Значит, тот должен быть другой. А мы вот такую рыбу тоже с вами не ловили. Это что у нас? Рыба-луна.
О! Зараза, хотел трофейную поймать и не смог. О, зато поймали редкий вид. Есть, запасы истощены. Так, куда нам плыть-то надо? Не тут ли это где-то было? Этот алтарь, он должен светиться. Не, мне кажется, он был. Кажется мне, что он был. Вот на этом острове. Да, вон он. Вон он, алтарь этот. Вот он, да. Давайте попробуем 4 крупные грозные рыбы. Вот попробуем осетра сюда мы и засунуть. Вот так вот засовываем. Не, ну это мы точно сюда засунули. А остальные как? Какие рыбы сюда запихивать? Может, этого лосося надо сюда еще? 4 крупные грозные рыбы. Черт его знает, какие рыбы-то. Ну, вроде есть эти полоски, да? Так, ну сюда я прям, ну никак засунуть не могу. И сюда. Сюда, наверное, все тройные должны влазить. Готово. Так, ладно, эту сюда пока что обратно засунем. Касательно здесь можно будет вернуться позже. Ну а сетра мы сюда засунули. Остальное, наверное, лосось, да? Нужно. Ну-ка еще раз. Одна сюда, одна сюда. Туда, сюда. Тут как-то, тут. Тут, тут. Короче, раз, два, три. Три получается. 4, 5, 6, 7. Ну да, тогда смогу засунуть. И одна вот такая, да, осетр. 4 крупные грозные рыбы. Через две основания проходят 4 большие расщелины. Короче, попробуем. Попробуем туда запихнуть. Так, где там у нас карта? Нам надо, короче, вот туда плыть. Штормовые развалины. Так, от этой гадины мы уплываем. Глаз у нас пока что вроде нормальный. Где там корабль? Гудит. Нам он не нужен, корабль. Тихо, 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 не надо меня догонять. Так, куда-то мы уже с вами приближаемся. Да, только нам в другую сторону, вот сюда нам надо. Так, эту заразу оплываем. Да, и нам надо вот сюда. Тихо, 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 тихо. Лампочка, не подводи меня. Все, приплыли мы. Ай-яй-яй-яй. Как я камень не заметил-то. И знал же, что он тут. Так, вот сюда мы, короче, подплываем. У нас глаз уже там с ума сходит. Кукушка едет. Так, рыбный рынок. Давай тебе вот это все продаем. Барахло. Есть.
и надо отремонтироваться. Верфь. Ремонт. Все. Все отремонтировали. Ложимся спать. Так, с вами поспали. Теперь отчаливаем. И где-то мне сказали, что нам надо, короче, где-то тут должен быть водопад. Вроде мы его встречали. И там есть тайный проход в водопаде. Так, вот это что у нас за рыба такая? Осетр. Нет, осетр мне не надо. Мы его с вами уже поймали. Это у нас что за рыба? Это, кажется, скумбрия какая-то, да? И нам металла надо еще поискать. Набрать металла. Так, это тряпки у нас. А, и тут же вот эта гадюка там плавает. Вот, кстати, у нас металл есть. Вот это по-любому надо забрать. Так, готово. Дашь еще? Ой, отлично. Дай еще пару штук хотя бы. Так. О, отлично. Забираем весь металл. Все, запасы истощены, и черт бы с вами. Три штучки мне как раз таки нужны. Так, надо, короче, плыть к водопаду. К водопаду, к водопаду. Это что такое? А, еще металл. Металл — это хорошо. Мы, кстати, сможем тогда с вами улучшить еще наш корабль. Эта гадина приплыла. Спасибо тебе за то, что нам все тут повредило. О, компонент, это хорошо. Ну, надеюсь, она один раз нас ударил, да, и все, уплыла там, где-то плавает по своим делам. Так, это сюда пока что вложим. Так. Это тут что у нас такое? Во, угорь. Нам, кстати, надо прокаженного поймать, угря. Вот, как раз таки он у нас и есть, да? Прокаженный угорь. Куда мы его можем запихнуть? Давайте вот сюда пока что. Все, отсюда уплываем. И вот он, водопад. Водопад. Тут у нас что за рыба? Вот, вот такие надо будет наловить нам, короче, и отвезти его туда вот. В алтарь этот. Так. Мне вроде, как сказали, можно сквозь водопад проплыть. Ай! И вот тут у нас есть секретик. Во-первых, у нас тут есть чемодан какой-то. Заглянуть внутрь. Так, ну вот это мы забираем сюда. Это мы куда-нибудь поставим вот сюда. И тут. И тут. Мы сможем с вами кого-то выловить. А точнее, вылавливаем с вами сельдяного короля. Ах ты, зараза, блин. А куда тебя разместить тогда? А вот сюда мы тебя разместим. Есть. Вот он, этот, ребята, секретик. Спасибо вам большое за подсказку. Так, ну и все. Валим отсюда, короче. Тут где-то мы с вами сможем. Кстати, а мы не будем с вами ночевать. Мы сразу с вами поплывем отсюда. Так, это... Нет, нам ты нам уже не нужен, угорь. Тут что? Тут еще есть металлолом. Надо будет, кстати, сюда вернуться. Но... У меня нету сейчас места в инвентаре. Зараза.
Надеюсь, она нас не успела зацепить, чтоб у меня рыба не испортилась. Ух ты, что-то там плескнулось такое. Всплеск воды был. Так, а тут надо аккуратнее, потому что тут камни. Так, тут доски. Тут камень, на который я тогда налетел. А в этот раз его и не было, да? Значит, у нас вот он с этой стороны теперь. Пупуха, значит, у нас нормальная. Ну как, она уже не нормальная, но уже не такой стадии, как была. Так, рыбный рынок. Давай мы тебе сейчас вот это вот 274 бакса, да? И этот сколько? 135. Отлично, того мы продаем тебе на 400 баксов. Это мы кидаем в трюм. Это мы тебе сейчас продадим. Это мы сейчас закинем. Так, верфь. Сначала ремонтируемся тогда. Есть. Это мы тебе продаем. Нет, достать с трюма. Где оно? Так, 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 так. Продать. Есть. Теперь заходим в плавучий док. Закидываем, во-первых, вот сюда металл. Раз. Хотя. Нет, наверное, я сначала в крючки вкинусь. Да, мне надо два металла сюда закинуть. Потому что я хочу поставить еще сеть траловую. Покупаем, есть. Ну, а теперь остальное вот сюда докидываем. А, нам как раз таки и на это хватит. Просто замечательно. Еще 600 баксов. И останется тогда нам движок прокачать. И лампочку. Итого 6 металла. Кстати, за металлом мы сейчас с вами сплаваем еще. Соберем. Так, теперь верфь. Теперь я смогу, вот это я могу снять, переставить вот сюда катушку. Есть. А с трюма вот эту вот сеть поставить вот сюда. И теперь мы полностью с вами укомплектованы. А тут у меня еще две ячейки под крючки. Для чего-нибудь пригодятся. Готово. Новенькое есть у тебя что-нибудь? Компоненты исследования. Я не знаю, пока что покупать их не будем. Деньги тратить не будем. У нас пока что так, вон их уже три штуки есть. Двигатели трогать не будем. Ловушки. Сети. Сети. Ну, сети, как вариант, можно какие-нибудь попрокачивать. Ну, пока что тоже не буду. Если понадобится, быстренько это все прокачаем. Так, отчаливаем. Вижу это какого-то прокаженную рыбу. Давайте попробуем ее сразу тут выловить. Вот она. Тут светится у нас. Вот, как раз таки, мне кажется, вот такая и нужна нам была. Прокаженная какая-то. Так, это мы сюда скидываем. Во, вот такого. Чудика. Ну и этого. Так, ладно, тогда вернемся сейчас к ней. Сразу все продадим. И сплаваем с вами за металлом. За металлом, потом телепортнемся, короче, к нашему коллекционеру. Отдадим ему кольцо. Продать эту рыбу. Нормально, у нас уже почти 3000 баксов. Так что все пока что здорово. Погнали. Погнали. Это что у нас тут? А вот у нас тут металл имеется. Здорово. Так, мы сейчас тут все, наверное, прокачаем сразу этот наш корабль полностью. Тем более у нас деньги есть.
Так, это сюда пока что ставим. Хорошо. Метальчик есть. Тут единственное, что плохо, это вот эта рыба плавает постоянно, и никуда она не девается. И никак ее не взорвать динамитом, ничем. Не убрать, да, чтобы она нам тут не мешала. И запасы истощены. Но я думаю, мы все-таки рискнем и сплаваем еще за металлом. Где-то он там возле лодки был. Так, секреты мастерства рыболова прочитали. Сейчас посмотрим, что оно нам дает. Удочки вытягивают рыбу на 15% быстрее. Отлично. Установили наши удочки. Так, время 8 часов. Ничего страшного. Плывем. Мне нужен тут... Нужен найти металл. Где-то он тут был. А мы, кстати, можем вот тут переночевать. Правильно? Правильно. И по-светлому с утречка добыть еще металла. Рыбы у нас нету, так что пропадать нам нечему. Отчаливаем. Где-то он тут должен находиться. Да, где-то тут я его увидел. Так, это у нас за тряпки. А вот он металл. По-братски дай 3 штучки. Мне как раз 3 штуки не хватает. Да, еще 2 штуки надо. И тогда полностью мы закроем с вами корабль. Прокачаем. Вот, спасибо. Ну, просто от души. А, это компоненты мы достали. Ну, тоже пригодятся. Есть. Отлично. Все, мы теперь сейчас полностью улучшим наш корабль. Погнали отсюда. Кстати, тут можно поискать какую-нибудь рыбу еще, да? Пока светло. Может, что-нибудь поймаем. Давайте тут вот проплывем где-нибудь. Посмотрим, что тут имеется. Так, я думаю, такую уже ловили. Это нам не нужна. Такая. Тут что за рыба? Эту мы такую тоже с вами уже ловили. Новенькая какая-нибудь, что-нибудь есть. Скумбрия. Скумбрия. Клювач. Лосось. Полиприон. А, мы с вами его уже поймали. Ну, вроде ничего такого нового не вижу я. Тунец. Океанский. Там рыба-гадюка мы с вами ловили. Не, ничего такого нету нового. Но если будет попадаться, будем с вами обязательно новые виды рыб вылавливать. Кстати, вот тут какая-то прокаженная. Давайте попробуем ее поймать. Это сюда. Надо, кстати, еще попробовать наловить этого лосося. Я, кстати, его, наверное, сейчас так и сделаю. Наловлю и попробую отвезти в алтарь. Мне надо их там 7 штук, да? 7 штук. Так, это 4. И 7. Отлично. Больше его складывать все равно некуда. Сейчас улучшаем корабль. Ночуем. И сплаваем с вами в алтарь. Отстань ты от меня, собака сутулая. Ну, сначала мы с вами улучшим наш кораблик.
Это по-любому. Так. Рыбный рынок. Нет, продавать я ничего не буду. Давайте с верфи. Надо что-нибудь ремонтировать нам. Да, сразу отремонтируем. Плавучий док. Сейчас сразу с вами двигатели еще прокачаем. И будем с вами плавать еще быстрее. Так, нет, а сюда, сюда. Это вот сюда. Покупаем. И последний апгрейд нашего корабля. Все, вуаля. Наш корабль полностью прокачан. Так, теперь надо у нее купить это все. Так, движки. Раз. Эту рыбку мы пока что убираем вот сюда. Ну ладно, пока что один двигатель поставим. Нового что-нибудь появилось еще? Это нам штука пока что не нужна. Лампочек нету новых. Ничего нету. Ладно, спим тогда. Может, с утра что-нибудь появится новое. Так, появился у тебя еще один движок. Ну-ка, покажи нам по-братски. Да. Устанавливаем. Итого у нас скорость 105 км в час. Замечательно. Просто замечательно. Все, тут больше ничего нового нету. Так, тогда смотрим по карте, куда нам плыть. Это нам надо вот сюда аж приплыть. Плывем туда. Пробуем закидывать этого нашего лосося туда. И тогда уже к коллекционеру. Так, вот он наш алтарь. Будем надеяться, что сюда нужен лосось. Так, давайте этого сюда пихаем. Этого сюда. И эту даже сюда запихнем. Так, этот вот так вот должен встать у меня. Этот вот так становится. Этот у меня становится вот так вот. Этот вот так вот. А этот вот так вот. Готово. Ну и... Нет. Нет. Надо сюда какую-то другую рыбу. Угу. Над волной возвышается скала. На ее поверхности высечены 4 крупные грозные рыбы. Через ее основание проходят 4 большие расщелины. Понятно. Короче, тогда не знаю, ребята, какую рыбу сюда надо. В общем, если кто-то знает, тогда подскажите, пожалуйста, в комментариях, какую рыбу сюда надо запихнуть, чтобы нам выполнить этот квестик. Так, все, ладно. Все, тогда мы телепортируемся сразу к нашему коллекционеру. Это жесть была. Это что-то сатаническое. Телепорт такой. Ладно, подплываем к нему. Так, мне надо же из трюма, да, достать эту штуку. Давайте, грузу ее. И отдаем ему. Вы заходите внутрь и кладете на стол перед коллекционером кольцо, инкрустированное драгоценными камнями. Его глаза округляются. Мы, безусловно, добились значительного прогресса, и я знаю, о чем ты думаешь. За такой предмет можно выручить целое состояние на любом аукционе, но для нас его значимость превосходит материальную ценность. Так или иначе, тебе причитается награда. Коллекционер открывает алую книгу, и ее переплет поскрипывает. Он тщательно выбирает страницу и начинает зачитывать что-то вслух. Но его голос кажется приглушенным, будто идет через густую пелену. Вы слышите нарастающий рев и какой-то треск. Вдруг перед глазами возникает яркая вспышка, а в ушах раздается мягкий хлопок. Коллекционер закрывает книгу.
Нам нужно продолжать поиски. Я думал о том, где может быть следующая реликвия. Полагаю, в илистом грунте лохматой косы. Каких только обломков не застряло. Стоит туда наведаться. Я отмечу место, с которого можно начать поиски на твоей карте. Еще что-нибудь? Да нет. Пока что ничего. Отчаливаем, короче, нам надо сплавать в соль. Блин, чуть не стукнулся. Это что у нас за рыба такая? А, эту мы с вами ловили. Это треска, да, кажется? Да, это треска. Так, а вот у нас акулка тут, да? Ловить рыбу. Угу. Ну давай туда пока что. А, все, запасы истощены. Надо сдать рыбу нам продать, короче. И сплавать барахольчику это все, сплавить барахло наше. На причале к вам подходит смотритель с маяка. Она как будто хочет что-то спросить. Ты наверняка уже побывал почти на всех островах. Нашел то, что ищешь? Почти. Она переступает с ноги на ногу и тяжело опирается на клюку. Как ты можешь быть так уверен? В прошлый раз ты тоже думал, что знаешь. И посмотри, чем все обернулось. Она отворачивается от вас и, качая головой, и бормоча, направляется обратно к маяку. Угу. Короче, непонятная бабка. Который раз я уже убеждаюсь. Так, динамит мы сюда складываем. Это мы закидываем пока что в трюм. А из трюма нам надо все это в груз покидать. Вот эту штуку тоже надо куда-нибудь или выбросить, или продать. Так, вот это, короче, надо все подоставать нам. И вот это вот. Это мы ставим сюда, может пригодиться. Это пускай тут стоит. Это тоже сюда. Эту штуку. Ну пусть тут пока что болтыхается, может еще и пригодится для чего-нибудь. Это сюда. Все, отчаливаем отсюда. Ну, я так и знал. Так и знал. Что-то добром не кончится. Ладно, тогда, ребята, на этом закончим. Я сейчас сплаваю, продам эти барахло ненужное. Ну и продолжу уже тогда в следующей серии. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Не забываем подписываться на канал. Ну а с вами был Мангус. Увидимся. Всем пока-пока.